В этой деревне новый шериф. И как ты догадался, это я. Чувствуешь запах? Это ты описался. А может быть, я. Но это не важно. Важно то, что ты все еще не подписался на страницу ВКонтакте. Пора бы это исправлять. Постоянно задают одни и те же вопросы. Откуда, где и как я нахожу своих пациентов? Их несложно найти. Они сами ко мне лезут. Абсолютно. 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 Воу-воу-воу! Можно я буду вести свою передачу, а? То-то же. Ну, на вопрос-то они правильно ответили. Есть в моем паблике тема жуткая, куда скидывают все самое страшное. И уже в этой тьме я натыкаюсь на нечто. Вот так сегодня, например, наткнулся на актера, певца, танцора, артиста, музыканта Осириуса. Let's go! Let's go! Потрать время с пользой на канале «Потрачено». Ведь «Потрачено» — это самые смешные ролики про самых обычных людей. Ну, скажите мне, кому не интересно посмотреть, как какой-нибудь бедолага падает, а другой бедолага над ним хохочет? Уморительно. Переходи по этой ссылке, а если с телефона, то ссылка есть в описании. Я подготовился. Не умри со смеху. Пожалуйста. Итак, стоит сразу предупредить, что у пациента завышенное ЧСВ, самомнение и прочие присущие в основном отбитым черты. Также замечены какие-то жуткие телодвижения, напоминающие судороги, зубные щели, по всей видимости, перил Гефест. Не переживайте, вы это заметите очень быстро, так же быстро, как цыган сворует лошадь. Шутка, ох уж эти стереотипы. Хозяин! Что? Лошадь пропала! Ну ее... Кстати, да, и если вас случайно напечатали в каком-то журнале не первой свежести, в самом углу, на фоне ретро-ФМ, причем с кем-то спутав, то будьте уверены, это популярность! Срочно рассказывайте и показывайте всем, а еще лучше снимайте видео или клип, клип, точно, и выкладывайте его! Ха. Вы же ебанутый! И на спине, вот шубы боя, необетованные места. Красота божественной природы и фотопад, где плескались мы всегда. Остров твоих объятий, это счастье, как же это все прекрасно, как же это все прекрасно. Остров твоих объятий, это счастье, как же это все прекрасно, как же это все прекрасно. Остров твоих объятий, это счастье, как же... Ну вы поняли. Самое удивительное, что его крутят по местному ТВ. И берут какие-то интервью. У любого исполнителя имеются клипы с какие-то определенные, по которым их узнают. Раз, два, три, поехали. Остров любви, у них там любовь возникает, им больше ничего не интересует, только, в принципе, остров любви. В планах запустить остров любви в ротацию на известных музыкальных каналах, чтобы о его песне узнала вся Россия. Ну, то есть, происходит какая-то... Хозяин! Что? Срочно исправляйте! Да что ты себе... Хотя... Диски-попки, камуфляж, мы работаем, минор-минаж. Yeah! Everybody! Everybody! Everybody to the dance! Я пацан не простой, а серьезный. Я вам песни пою о любви. И стихи я пишу вам о том же. И в ботинок насрал Николаю. А понимаю, как курьезно и морозно теперь на улице. Но срать в лесу
мне было очень боязно и нервозно. До самого верха. Прям до коленочки. Ох, Николай. Не расплескай. Но стоит отдать должное таким людям, точнее их упертости. Ведь если бы не она, мы бы о них ничего не узнали. А вот благодаря ей... Театр, який нещодавно почав мріяти про шоу-бізнес, не щуток відомо. Какой Ді Капріо! Ти видел эту реакцию? Видел? Ему никогда этого не сделать. Ну-ка быстро возьми Оскар и отдай ей! Ну хозяин, ну как же, ну он же... Быстрее! Ну ладно, ладно. Здравствуйте, жюри. Я автор-исполнитель своих песен. Николай. А я вас мог где-то видеть раньше? Могли. Танцуют все пять. Влад сказал именно, что тебе очень танцевать. Вот так занимайся вот. Чем-то другим, но не танц. Ну тут надо пояснить. Видео с «Танцуют все пять» я не нашел. Сколько не искал. Но Осириус благополучно все записал задолго до выступления и выложил в сеть. Так что давайте-ка я вас введу в курс дела, и вы сразу поймете, почему ему посоветовали заниматься чем-то другим. А теперь давайте вернемся на любимую передачу Максима Даши. Давайте, давайте, депрессия миллион свидей, есть фонограмма, сейчас... Сейчас спою! Депрессия моя, моя и то, депрессия страдает миллион. Давайте объединимся, друзья, разгоним ее, раз и навсегда. Разгоним, разгоним, раз и навсегда, раз и навсегда. Сошусь! Депрессия моя, моя и вновь. Депрессия страдает миллион. Давайте объединимся, друзья. Разгоним ее раз и навсегда. Разгоним, разгоним. Ты что-нибудь понял? Я ничего не понял. Но судя по реакции судей, это отборное говнище. Давайте послушаем, что там один из судей наговорил. Влад, зачем ты человеку сказал петь? Да... Меня всегда удивляло в таких людях только одно. Это ж насколько нужно быть отбитым и верить в себя, даже не просто верить, а знать, насколько ты неимоверно крут, чтобы приходить на подобные передачи и исполнять блевоту детей Сускиной и Анджелы Лондон под соусом Светы Яковлевой. А? Николай, я тебе в прошлый раз сказал заниматься чем-то другим. И я не изменяю свое мнение. Мне вообще без разницы, я выступаю везде, в Москве, во всех других заведениях. Если вам не интересно, мне это тоже то же самое. Так он еще постоянно играет в массовке в русских кинах и сериалах. И считает себя не просто актером, а актером от Бога. В общем, брат Доши. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, комментируйте и рассказывайте друзьям. Кстати, у меня для вас есть интересная информация. Люди, у которых было инфракрасное зрение, могли увидеть, в какой футболке я сидел. Отгадайте, кто мне ее подогнал? Мои друзья из всемайки.ру. Вы можете заказать точно такую же футболку или любую другую с любым другим рисунком, который сами и загрузите на сайт. Для тех, кто любит покупать со скидочками, у нас для вас есть промокод. Посмотрите его в описании. Собственно, там и находится ссылка. Ну и, конечно же, будьте нормальными. Увидимся. А еще у него в видеозаписях есть вот такое вот видео. И это не Степ.